Мне все блокноты дают. Соберетесь? Да. А, да? В общем, этот, вот он сидит на стуле, развалит, ну, спит просто. Тут крадутся, в общем, крадутся, что-то берут и уже уходит. Он такой, подождите, возьмите лучше Nokia какой-то там еще, у него там больше кратность, зум, все такое. Ну, сейчас Дэн придет, расскажет. Да, он это отыгрывает, стал лучше. Он потом что? Как к людям обращаются в разные сравнения? Я не знаю, как это еще подать. Допустим, человек в Англии. И он там что-то вот, толпа народу, он там просто обхи чихнул. Он такой, ой, извините, вам плохо, вот, может, вам, будьте здоровы, вот, может, вам чем-то помочь, вот, может, скорую вызовем. Типа, та же самая ситуация в России. Обхи. Жестко начинает кашлять, падает, конвульсия. Никто вообще не смотрит на него, вообще, все мимо идут. Потом это подходит, через него перешагивает. Да, ну и нужно это тоже несколько вариантов добить. Кондуктор же подходит, мужчина, счет, типа, оплатил. Или это будет, типа, вся эта ситуация в автобусе, и такой, мужчина, ваш билет, да, что-нибудь такое. Вот, в автобусе. Лучше автобус. Да, вот. Ну да, случай в английском автобусе, а потом та же самая ситуация в России. Они могут, в принципе, постоять рядышком. Да, вот так, вот, да, да, все, да. Так, там еще были, вот. Получается, нет, там еще.